Часто спрашивают, что такое 3D-комплекс, что там за соли. Вот, рассказываю. 3D-комплекс – это специально подобранные соли. Вот, как он производится? Эти соли сначала делается раствор. Раствор специально подобранных солей. Ну, какие специально подобранные? Там у нас соли кальция, соли селена, значит, соль гималайская, каменная гималайская соль. Этот раствор делается обязательно, соляной раствор обязательно делается на дождевой воде, чтобы не было никаких больше каких-то информаций, вот, наложенной лишней. Дождевая вода. Значит, при высокой температуре, то есть нагревается эта вода, соли эти растворяются. Растворяются, делается насыщенный соляной раствор, сильно насыщенный, прямо до крайности. Затем, когда он начинает остывать, соли эти начинают выкристаллизовываться. Причем они, когда выкристаллизовываются эти соли, на них посредством, значит, поляризованного монохромного света, в простонародье называемым лазер, хотя не совсем это лазер, но, значит, монохромный поляризованный свет, отраженный от зеркала конжения, в котором у нас там насыпается, значит, пророщенный кедровый орех, специально, значит, там проростки кедрового ореха. И вот от этого зеркала конжения поляризованный монохромный свет отражается. И специальный у нас, специальная установка, мы называем ее биосферная лаборатория. Вот в этой биосферной лаборатории он многократно усиливается, то есть сама она по себе резонирует и записывается во время кристаллизации вот этот посредством, значит, вот этого лазера, ну, немножко неправильно, то есть монохромного поляризованного света, во время кристаллизации вот этих трех солей, они образуют такие кристаллики очень красивые, происходит запись о состоянии, значит, аминокислот во время прорастания кедрового ореха. Почему мы взяли именно кедровый орех? В кедровом орехе 18 аминокислот. То есть он превосходит по аминокислотному ряду молоко коровье. По аминокислотному ряду он превосходит там куриное мясо, да, грубо говоря, практически все. То есть максимально близкий аминокислотный ряд, аминокислотному ряду человеческого организма. Лучше только, значит, женское грудное молоко по аминокислотному ряду. Там. Вот. И вот эта запись, вот это, значит, о идеальном, значит, аминокислотном ряде наносится на вот этот 3D-комплекс. Потом у нас получается этот 3D-комплекс, он как камертон, да? То есть, когда он попадает в человеческий организм, он несет информацию, то есть информацию именно о том идеальном состоянии, в котором должен находиться человеческий организм. Вот, вот это так называемый, значит, информационный 3D-комплекс, который позволяет организму получить информацию о том, какой должна быть клетка человеческого организма в идеале. Потому что, вот обратите внимание там, на детский организм, да? Детский организм, он получает информацию, ну, как вот, грубо говоря, из космоса, да? То есть у ребенка еще вот этот открыт информационный канал, и о здоровье он получает информацию, ну, из ноосферы. Когда человек растет, да, вот этот груз забот, груз неправильного питания, вот эта вот связь с природой, связь с ноосферой у человека теряется, и клетка, потеряв связь с ноосферой, начинает формироваться вот как раз вот с грузом вот этих повреждений, да, и она становится
клеточка, на клеточном уровне клетка становится больной, и, соответственно, у нас становится организм больным. Мы несем человеку при помощи, значит, вот этих, вот этого 3D-комплекса, несем информацию о здоровом организме, но и одновременно мы, значит, добавляем туда вот этот комплекс фуллерены. Вот фуллерены становятся активными, они тоже, значит, несут информацию. Вот. И одновременно фуллерены являются идеальным антиоксидантом. Что такое антиоксидант? Это то, что очищает наш организм от, значит, загаженности, от мусора, который у нас там накапливается. Вот обратите внимание, там самые идеальные, значит, антиоксиданты работают. Одна молекула антиоксиданта убирает одну молекулу свободного радикала. Фуллерен, он как, знаете, вот как, ну вот какой пример, если как губка, он впитывает бесконечное количество, как магнит, да, он намагничивает на себя бесконечное количество свободных радикалов и выводит их из организма. То есть сам выводится и выводит из организма вот эти вот свободные радикалы. То есть это, ну, просто идеальный антиоксидант. Вот. И вот этот 3D-комплекс вместе с фуллеренами такое оказывает влияние на организм человеческий, что люди у нас просто, вот особенно врачи, просто в восторге. Да, не удается сдвинуть какие-то заболевания, вот они там дали человеку вот этот комплекс, да, и люди сразу, как елки-палки, я там 10 лет себя чувствовал отвратительно, и вдруг на 11-й год при помощи какой-то там соли, которая в магазине продается, но это не какая-то соль, да, это именно соль, записанная на нее информация. Мы над этой методикой работали 10 лет. 10 лет, чтобы прийти именно к тому, что мы сейчас имеем. Мы эту установку, эту биосферную лабораторию, то есть ее вот именно там состав, да, этой биосферной лаборатории, как она должна работать, мы, ну, грубо говоря, 3 года мы откатывали, чтобы получить нормальное состояние. Вот. Так что вот, пожалуйста, берите наш 3D-комплекс и кушайте.